Ну, ребят, не за каретой торопитесь, смотрите, какая. Смотрите, какая. Вот так. Я понял. Делаем с тобой так. Хорошо, я позвоню, что скажу. 82. Просто... А сейчас я просто хотел, у меня просто... А вот с этим? С соседями, да. Давайте просто я позвоню. Причем такой обидчик. Большой. Ты мне прозвонил. Вся большая партия. А это крупная. Всего три штуки. А? Вот эти по 10. Нет, сколько прилипал стоит это? 12 человек охраны. Деньги подгоняем. Ты, короче, на карте не упадешь. А вы не вы приходили? Да. Но вы же говорили, что мы возьмем. Но мы так... Я не знаю. Что нам спросить? Когда надо выпускать. Ну да, мы потом пройдем, мы там подойдем. Схема, как пройти. Это стоит 1 000 000, ветерасы, значит, 1 585 000, ветерасы, 1 400 000. Карман. Скорпион сразу умирает. Степная, да? Ну ладно, сейчас похожу пока. Потом к вам подойду. Один раз почему? Да мне кое-что другое надо купить, не обязательно это. Вот такая сколько мне будет стоить? 30. Я парк, попугаев, медведей, лошадей, крокодилов можно купить. Документами. Леопард. Да нет. Да. А что, прям ко дну приклеивается? Да, приклеивается. Можно не кусачий паук. Можно?
аккуратно, только это самое, можно, только, значит, главное, что вот так сверху не придавливают ничем. Вот так спокойно вешаем, переливается весь, вот такой будет. Он бегает так? Не, он бегает, конечно, в общем-то, так, тихо-тихо-тихо, не волнуйся, не волнуйся, не, стой. Спокойно, он сейчас так перелезет. Перегонять его вот так вот, подставляешь его в бой. У вас один, да? Имеются в продаже, вот еще одна. Я тебе про что и говорю, ты мне не верил. Вот, только вот этого замечательного рыбающего мужчины есть деньги. Но он не купит. Нет. У вас что, денег нет? Есть. Вам не жалко медных колонок? А в чем вы не покупаете? Страдончику. Большие. Такой, покрупнее. Вон сидят. Ну я привез с Сингапура. Я по 12 поставил. Это бурундучки. Thank you.